Здравствуйте. В эфире программа «Диалоги о Таро», и в студии я, Ольга Апель, и мой постоянный гость, преподаватель школы Таро Юрий Хан. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Ольга. Юрий, мы с вами много говорили о значении карт. А что нужно еще знать о картах вообще и о гадании, в частности, вот тем людям, которые к вам приходят? Ну, прямо скажем, тем людям, которые к нам приходят, знать о картах ничего не надо. Человек, когда задает вопрос, его интересует вопрос, его интересует проблема, с которой он пришел. Угу. Поэтому ему не разбираться ни в картах, даже не разбираться в том, каким образом будут отвечать на вопрос, не нужно. Гадалка или специалист по Таро, он сам решит, как ответить на вопрос, а клиент настоящим вопросом своим так озабочен, что он не смотрит на то, какие это дела. Если людям интересен процесс, это развлечение, но это не серьезный вопрос. Угу. Так что не надо ничего знать. Вы думаете о том, что вы хотите спросить. Чем сильнее человек думает о вопросе, тем лучше слышен ответ. Когда человек приходит, например, переживая сильно или, например, в слезах, я уверен, что я ответ узнаю точно. Такое тоже бывает, да? Да, конечно, бывает очень часто. Потому что на самом деле приходит действительно по важным вопросам. Раз уж решился прийти, то значит вопрос очень важный, угу. Значит на него никто больше не ответил, особенно медицинского типа вопроса. Угу. Поэтому чем больше человек думает о проблеме, тем сильнее я вижу ответ на эту проблему. А уж как я это делаю, я даже пытаюсь это сделать незаметно, чтобы клиент даже не понял, как я это сделал. Угу. Чтобы он не отвлекался от своего вопроса. А если человеку ничего не надо знать о картах, о их значении, тогда зачем мы вот все это делаем сегодня? Ну, дело в том, что клиент, который приходит к тарологу, это не тот человек, который изучает карты или сам является гадалкой. Когда вы клиенты, вы пришли как к врачу, как больной. Угу. Другое дело, что никто вам не мешает изучать медицину, изучать свое здоровье. Но уж когда пришли к врачу, то не будьте врачом, будьте пациентом. Угу. Поэтому мы рассказываем сейчас о картах тем людям, которым интересны карты, которые, возможно, тоже будут, например, гадать или консультировать. А если не будут это делать, то они для себя будут раскладывать. Но в данном случае мне тогда кажется, что если ты сам начинаешь делать расклады, лучше прийти к вам в школу, поучиться, а потом уже... Конечно, да? У нас школа ведет преподавание и Таро, и астрологии, и многие другие дисциплины. Если вы хотите профессионально заниматься Таро, то нужно идти в школу. Угу. Вот. Если вы хотите просто ознакомиться с Таро, достаточно, может быть, послушать нашу передачу. Но если у вас есть насущный вопрос, и вам надо его решить, идите к специалисту. Не занимайтесь самолечением. Тогда давайте профессионально продолжим разговор о значении карт. Хорошо. Следующая карта. Следующая карта после «Колеса фортуны» – карта «Справедливость». Угу. Карта достаточно понятная, даже из своего названия становится понятно, что это закон, это то, что человек принял для себя, что считает для себя справедливым и закономерным. Ну и есть два варианта отношения к справедливости и закономерности. Либо весы, либо меч. В одной руке у персонажа справедливости весы, это значит, я разумно понимаю, что то, что мне нужно делать, это закономерно, и так поступать надо, и я с этим согласен. Другой вариант – меч. Я понимаю, что я готов нарушить закон, но закон будет меня наказывать, и я с этим тоже согласен. Я согласен с принуждением. Когда мы превышаем скорость на дороге, мы относимся к закону как к мечу. Но мы же согласны на то, что такие законы есть, на то, что ограничения скорости существуют. Вот. Ну, а если нам не нужен меч, нам достаточно просто подумать о весах. То есть весы – это взвешенное поведение, при котором тебе не нужны ограничители и принудители. Вот и все. Ну, с этим более-менее понятно. Да. Давайте перейдем к следующей карте. Следующая карта, наверное, более интересна и тоже очень спорна в науке тарологической. Это карта повешенной. О ней много слухов, о ней много мнений. Человек к чему-то привязан. Мы все к чему-то или к кому-то привязаны. Почему мы привязаны? Да потому что, прежде всего, нам страшно быть одним. Мы не решаемся быть одни. Лучше быть с кем-то, но за это придется платить. И повешенный платит своим ограничением своей свободы. Платит тем, что он привязан к чему-то или к кому-то. Но зато он не один, и он гарантирован, что неприятности будут не только его касаться,
что они будут вместе защищаться с кем-то, кому он привязан. Это может быть присутствие в коллективах, это может быть присутствие в браке, в семье. Собственно говоря, повешены самая семейная карта. Мы связываемся с кем-то, потому что не способны или не хотим жить в одиночку. И поэтому повешенный отнюдь не переживает, что он привязан. Переживать он может только по поводу того, что привязан плохо. Но в конце концов оторвется и разобьет голову. Поэтому на этой карте он висит свободно, голова у него светлая и даже светится. И он совершенно не против быть так привязан. Собственно говоря, так не против привязаны бывают все жены к мужьям. А бывает эта карта, что она выпадает вот в обратном положении? Да, она может выпасть перевернутая. Мы используем в нашей школе перевернутые карты. Это означает, что здесь что-то не так. Так вот, это не так означает, что либо ты привязан сильно принудительно, и ты не согласен с этим, либо ты плохо привязан. Ты рассчитываешь на то, что ты будешь держаться на дереве, а на самом деле упадешь. Человек должен быть абсолютно согласен с тем, с кем он связан. Раз уж ты связался, тогда уж не отвязывайся. Поэтому плохой повешенный, перевернутый повешенный – это сигнал к разводу, например, или к разрыву отношений. Вот, собственно говоря. Очень интересно. Что следующая карта? Следующая карта – смерть. Название ее, как у повешенного, тоже суровое. Смерть – это окончание чего-то. Вопрос в том, чего. И совсем не обязательно жизни. Если вы видите на этой карте смерть, представляет из себя живое существо. Оно вообще-то едет на коне. Мы видим там скелет. Нас почему-то пугает скелет. Но вообще-то скелет есть внутри каждого человека. Более того, это самая его надежная часть. Порвать, оторвать, повредить может все что угодно. Но когда цел скелет, то мясо-то ведь нарастет. Угу. Поэтому этот персонаж едет и даже улыбается. И, в общем, тогда, когда мы видим, что к нам приехал кто-то, от кого остался один скелет, но он приехал сам, это уже праздник. Угу. Пока существует этот самый скелет, жизнь продолжается. Другое дело, что под этой лошадью лежит умерший король. Вот ему не повезло, да. Он не приехал. Вы знаете, образ смерти очень похож на образ возвращающегося с боя солдата, у которого на поясе перемотано знамя полка. И даже несколько солдат, но со знаменем полка, восстановят полк. Так вот, скелет, который есть в этой карте, это знамя, которое позволяет восстановить человека. Это тот минимум, который от нас остается, и мы не умираем. В этом смысле смерть или этот самый скелет надо беречь. И каждый раз, сталкиваясь с этой картой в раскладе или как совет, человеку говорят, ты знаешь, что в тебе есть то, что сохраняет тебе жизнь. Посмотри на то, что от тебя останется, когда все наносное улетит. Угу. Все, что можно сменить, будет сменено. Но вот это останется. Так это стержень человека. Это не просто скелет, это его стержень, причем и моральный, и физический, какой угодно стержень. Поэтому, когда ты его видишь, это очень полезно. Но чтобы его увидеть, нужно много себя сорвать. Поэтому эта карта экстрима. Но экстрим – способ познания себя, глубинного познания себя. Угу. Увидеть собственный скелет. Кто ты такой? В этом смысле очень положительное значение этой карты. А в раскладе она как? В раскладе есть она это? Говорит о том, что тебе пора заняться сущностными вопросами, убрать все лишнее, убрать все наносное в себе, убрать свои страхи. И кроме того, она говорит, ты не бойся, у тебя есть нечто такое, что вечно живет. По сути дела, смерть – это душа человека, которая никуда не денется от него. Вот. И бояться того, что с тебя снесет лишнюю кожу или мясо, не стоит. Следующая карта – умеренность. Это ангел, стоящий одной ногой на земле, одной в воде. Человек может управлять своим внутренним состоянием. Два кубка, которые есть в руках у ангела, переливающаяся вода из одного кубка в другой, говорит об умении управлять внутренней энергией. Здесь в нас, в людях, проявляется нечто нечеловеческое, но очень хорошее, нечто ангельское. Мы можем менять себя внутри. У каждого человека есть некий барьер перехода от земли к воде. Знаете, когда мы входим в воду, нам холодно, страшно. Когда вылезаем из воды, может оказаться холодно и страшно. Но ангел стоит и там, и там.
умение управлять собой позволяет тебе находиться в любой среде, даже в пограничной ситуации. Это тоже экстремальная карта, но это карта, которая дает экстрим внутри. То есть это умение преодолевать этот экстрим. Поэтому по прямой умеренности, по хорошему положению этой карты в раскладе, можно сказать, твоих внутренних сил достаточно, чтобы справиться с любыми неприятностями. И поэтому ты становишься, образно говоря, вездеходом. Теперь тебе все равно, ты на земле или в воде. Ты практически ангел. Никаких приспособлений, никаких дополнительных средств у этого ангела нет. Он сам по себе силен, и он в себе уверен. Настоящий боец. Ой, я бы могла слушать вас часами. Но, по-моему, у нас сегодня остается только одна карта, да? Давайте мы эту карту посмотрим в конце, потому что это карта «Дьявол». Опять название страшное, но на самом деле... Успокойте меня. Да. Карта «Дьявол» называется страшно и связана с вещами не очень хорошими, но в прямом положении она говорит, что человек может преодолеть эти искушения и эти нехорошие вещи. Так что же это за вещи такие? В этой карте есть самое интересное в рисунке, что не обращают внимания почти никто. Все думают, что дьявол своим факелом поджигает хвост мужскому персонажу. Но ведь очевидно, что все происходит наоборот. Огонь-то снизу идет. Поэтому этого дьявола разжигает вот этот мужской персонаж. Мужчина на картах Таро, это всегда означает активно действующее лицо. Есть два человека. Они друг с другом пытаются договориться. Угу. Они пытаются распланировать будущее. Они хотят знать, как они будут жить. И один из них, инициатор, мужчина, предлагает решение компромиссное. Вот этот дьявол – это образ того, что мы хотим вдвоем в будущем. Конечно, каждый человек хочет своего. Нельзя хотеть одинаково двум людям. Конечно. И вот этот дьявол – это такой монстр, как бы искусственное создание, общее желание для двоих. Он всегда является обманом. Я не могу хотеть того, что хочешь ты, а ты не хочешь, не можешь хотеть того, что хочу я. Если я хочу на футбол, а ты хочешь сериал, то нельзя сделать футбольный сериал или сериал про футбол, понятно? Ну, можно договориться. Можно договориться, это будет компромисс. Поэтому карта «Дьявол» – это карта компромисса. И персонажам на этой карте, реальным людям, женщине и мужчине, нужно понимать, что их договоренность всего-навсего компромисс. Тогда, когда вы видите обман, или когда вы видите что-то левое, где-то тут нечисто работают, вы уже защищены, потому что вы видите это. И прямой дьявол говорит, человек видит сложности, опасности, неточности, обманы. Перевернутый дьявол говорит, что человек этого не видит, что он принимает всерьез дьявола как за истину. Точнее говоря, он не понимает, что он обманывается. Так что хорошего в дьяволе никогда быть не может. Поэтому я настаиваю, в других школах очень часто любят говорить, что в дьяволе тоже много хорошего. В дьяволе хорошего нет. Хорошее есть в правильном к нему отношении. Если вам приходится обманывать даже из хороших целей, вы понимаете, что вы обманываете. И вы понимать должны, что вы за это платите. Карта действительно сложная. В раскладе она будет говорить, что человек попал в нетрадиционную ситуацию, где ни одно решение не может быть окончательно хорошим. Спорным будет любое решение. Тебе надо только понять, в какой степени оно спорное, и найти минимальные потери. Мне так жалко, что заканчивается наша программа. Можно сказать, что она только начинается. Я думаю, что мы в следующий раз поговорим об остальных картах колоды. Спасибо, что пришли. Ну, еще, если возможно, ваши пожелания телезрителям. Ну, конечно, мое пожелание всегда телезрителям такое. Старайтесь думать своей головой. Если вы кого-то слушаете, то слушайте только с целью подумать самому. Люди могут давать вам только советы, но не должны давать вам указания. Надо быть свободными людьми, прислушиваться к тому, что говорят, но поступать по-своему. На Бога надейся, а верблюда привязывай. Спасибо. А я напоминаю, что в эфире была программа «Диалоги о Таро». У меня в гостях был преподаватель школы Таро Юрий Хан. С вами была Ольга Апель. Всего доброго, до свидания и до следующих встреч.